Всем привет! У меня заказали 5 эйфелевых башен из мыла. Форму я заказала на Валберес. Правда, написано, что она для шоколада. Но это не страшно. На доске нарезаю основу для мыла. Кстати, ее я заливала сама из эпоксидной смолы. Основа растоплена, добавляю отдушку. Хорошо перемешала и начинаю заливать пипеткой. Мелкие детали. Заливаю первый раз, поэтому строго не судите. Для фона я окрасила основу в розовый цвет. Добавила отдушку печенья и перемешала. На предыдущий слой обязательно брызгаю спиртом. И царапаю ножом для лучшего сцепления. Чтобы не перелить, начинаю заливать пипеткой, но у меня все равно немного вытекла основа. Ее легко убрать, когда основа застывает. Башню из формы уже можно извлекать. На мой взгляд, получилось очень нежно. Все то же самое, но уже с другими цветами. Я повторяю уже со следующей башней. Выбрала черные и желтые цвета. Итак, 5 башен готовы, можно упаковывать. Но одна башня в пакете смотрелась как-то пустовато. Я решила сварить к ним по розочке. Цвета выбирала подходящие к башне по цветовой гамме. 5 розочек готовы, можно упаковывать. Посмотрите, как все теперь идеально подходит по цветам. И смотрится не пусто одна башенка в пакетике. Что скажете, как вам результат? Я думаю, эту форму еще можно заливать эпоксидной смолой. Ссылку на форму оставлю в описании. Спасибо за внимание!